Поприветствуем участника конкурса сценического косплея под номером 2. Команда Imperium Theatre. Вечер в поместье Phantom Hive. Встречаем аплодисментами. Джентльмены, сейчас вашему вниманию мы представим один день из жизни поместья Phantom Hive. Надеемся, вы получите удовольствие от просмотра. Сосредоточься, Мейлин, ради господина Себастина. Могу ли я увидеть графа? Кто вы? Почему вошли через черный ход? Что? Хочешь поиграть со мной? Я защищу господина! Кто бы мог подумать, что это может быть таким грозным оружием? Это впечатляет, но и не справится. Он очень быстрый! Его сложно победить! Ударить в грязь лицом. Да, мой лорд. Что за мерзость? Да во что ты вырядилась? Спросите у той сумасшедшей леди. Сумасшедшей? Вот эти ленточки тоже ничего. Но сатиновые мазочки просто милые. Что за выбор? Мне кажется, вот это... А вам вот это будет в самый раз. Простите. О, наклонись. Вот так. Ой, как мило. Ты всегда в черном. Вот я и решила, что надо добавить цвета. Не стоило так беспокоиться. Вы слишком добры ко мне. Да ладно. Лиззи, ближе к делу. Зачем ты приехала? Я хотела с тобой повидаться и сбежала тайком. Тайком? Что тебе в голову сбрело? Эй, Сиэль! Иди сюда! Смотри, смотри, какой милый бальный зал! Поскольку я постаралась и все это украсила, давай устроим сегодня бал! Я буду танцевать со своим женихом! Чего? Бал? Сиэль, надень этот бал! Я купила его для тебя! С ним ты точно будешь милым! Эй!
постой! Сиэль в манте, которую я ему купила, будет танцевать со мной. Это же мечта! Я должна быть безупречной! Послушай! Эй! Да послушай же! О, не слышала слова «ба»? Добрый вечер, Гав. Кажется, мы прибыли как раз вовремя. У вас тут бал намечается, а это миссис Лудли. Протанцуем же весь вечер на балу. Аплодисменты, аплодисменты участнику «Бабки».
номером 2 в команде Imperium Theater.